Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы продолжим работать с балансом на одной ноге, самые простые движения. Мы научились ощущать свои пальцы, мы научились выключать наши зрительные анализаторы, а теперь наша задача, смещая, делая небольшие движения с закрытыми глазами, сохранять равновесие. Итак, чтобы мне было удобно, я немножечко развернусь. Мы остаемся все время на мягкой поверхности, это улучшает работу нашей стопы. Вспоминаем, убрали вес, мы говорим о том, что у нас мы включились, пальчики, пяточка, таранная кость. Всем вниманием ушли в ощущения. Закрываем глаза и медленно уводим ногу в сторону, продолжая балансировать. Медленно уводим ногу назад. Нам не нужны большие движения, нам нужен баланс и контакт, максимальное ощущение от опорной ноги. Медленно уводим в сторону и медленно выводим вперед. Прекрасно. Опускаем ногу, открываем глаза. А теперь делаем с другой стороны. Я надеюсь, что за это время уроков вы уже разницу в балансе ног уменьшили, то есть вы хорошо стоите на двух ногах. Итак, контакт, подушечки, пяточка. Убрали вес, остались вниманием стопе. Закрыли глаза, продолжаем балансировать. Медленно в сторону. Медленно назад. Если вы чувствуете, что теряете баланс, обязательно остановитесь, не торопитесь. Помним, что колено не перегружается. Чем плотнее нажмем подушечками пальчиком, тем легче удержаться в сторону. И мягко вперед. Отлично. И заканчиваем движение. Вот такое простое упражнение, но уже со смещением определенного веса тела, продолжит улучшать баланс на одной ноге. Надеюсь, что этот урок тоже оказался для вас полезным и желаю успехов в освоении собственного тела.